Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, забираем с тобой ежедневные награды. Лига мастеров, 2 звезды. Так, 120 долларов, это неплохо. И 32 монеты. Ну что, начнем с заданий. Ну, самое удивительное, почему у меня всего лишь... я в прошлый раз забыл поднять уровень персонажа, ребята. Вот это я лопух, поэтому у меня и не обновилось. Ёк-макарёк, а хотел-то я сделать, знаете что? Конечно же, прокачать Бакстру 99 уровень. Твою ж налево, в голове держал, да передержал, короче. Забыл я это сделать, поэтому задания, естественно, у меня, ребята, и не обновились. Хотя, может быть, они сейчас обновятся, хотя я сомневаюсь, да. Это надо ждать сколько? 4 часа. Обидно, если честно. Ладно, давай посмотрим, что у нас тут в колоде. Ничего хорошего, да? 5 долларов. Ладушки. Так, ну что, по боевке сегодня. Так, секундочку, у нас с тобой телепорты я уже за кадром набью, думаю, да? Так, испытания. Конечно же, у нас сегодня будет эксперт. Это учитель Сплинтер и платиновая. Так что начнем потихоньку, наверное, да? Учитель Сплинтер. Насколько я помню, здесь у нас будет разыгрываться Кунаичи. Но также нам нужен кожеголовый. Вот теперь сиди, думай, что лучше нам сделать. Или вообще вот здесь попробовать пройти. Ладно, давай мы для начала свой все-таки попробуем выбиться в Лигу мастеров 3 звезды и, возможно, попасть в топовое место. Давай попробуем, постараемся, по крайней мере, сделать такое чудо. Можно сказать, невозможное. 17-23, ладно, меня вот это вот в принципе устраивает. Берем с тобой Шреддера и, например, Леонардо. Шреддер и Леонардо. Вроде бы по инициативе они должны хорошо у нас зайти. И вместе с ними пойдут у нас вот эти ребята. Но, повторяю, ребята, если сейчас что-то пойдет не так, не дай боже. Я надеюсь, что Леонардо никто не переплюнет, да, по инициативе. Потому что супер Шреддера только Майки может переплюнуть. А вот сейчас посмотрим. Да, все отлично. Леонардо делает свою вертушку козырную. И, друзья мои, мы, как говорится, на коне. Двигаемся дальше. Все прекрасно. Тут совсем немножечко, ребят, 63-я позиция, да, была. Тут надо буквально сколько? 4 поединка сыграть. Да, 4 поединка. И мы с тобой, ну, максимум 5. 5 поединков, и мы уже с тобой будем в Лиге мастеров 3 звезды. Ну, а там уже, как говорится, рукой подать до топового места. Единственное, что откатов у нас мало. Но, повторяю, ребята, мы можем с вами сделать что? Купить их. Так, давай-ка посчитаем, как мы с тобой работаем. Точнее, работаю я. А ты, как зритель, будешь это знать. Сегодня у нас пятница, да? Сегодня мы отработали. В субботу у нас получается выходной. В воскресенье мы работаем в ночь, да? Понедельник тоже в ночь. Значит, в понедельник буст, скорее всего, он будет, ребята, будет снят. Но выложен, скорее всего, уже будет во вторник. Это я уже тебе так делаю наброски. А вторник, среда, четверг полностью в нашем распоряжении. Так что, ребята, и самое главное, посмотреть, кто там у нас будет разыгрываться на той неделе. И не забывай, что мы с тобой копим осколки. Вроде бы, это же последняя у нас неделя на сегодня. А ну-ка, подожди, мне самому просто интересно. Да, друзья мои, так что я объявляю голосование. Официальное голосование, ребята, кого мы будем переводить в платиновый ранг. Ближайший, кто у нас готов именно по уровню, это Пульверизатор, Змея Карай, так, Острозуб, это именно по высоким уровням, если брать. Донателло Видение, как ты видишь, Боксер Муха, но я думаю, что вряд ли кто-то захочет, как и я сам не очень хочу, чтобы он переходил в платиновый ранг. Рафаэль Оригинальный, также Донателло Оригинальный, Мутагеноид, Крысиный Король, Леонардо Оригинал, Макман, ваш любимый. Донателло классический. Также у нас есть Лиса, да, Алапекс, Микеланджело Космос, Рокстеди, Кирби, Микеланджело Ролевой, также Леонардо Ролевой, Микеланджело Классика, Ксевер Монтес, Пиццелицы, Леонардо Классический. То есть, ребят, персонажей здесь на самом деле очень много. Из всех перечислять это очень много времени уйдет. Короче, вот строчка, да, и получается здесь Леонардо Видение плюс Рокстеди фильм. Остальных пока надо, ребята, еще допрокачивать. Так что давайте, я жду ваших комментариев. Потому что в понедельник уже у нас перейдет еще один персонаж в платиновый ранг. Ну, а мы с тобой продолжаем нашу арену бомбить. Так, 9 откатов у нас, да?
И берем, наверное, вот эту вот командочку. Шреддер, естественно, я забираю. Сразу же заберем. Давай вот так вот, наверное, сделаем с тобой. Пока никого не будем здесь по откатам делать. Просто Шреддера и вместе с ним более-менее сильных таких вот персонажей, которые здесь могут за себя, в принципе, постоять. Причем в легкую. Даже не надо здесь никакого уклонения делать. Майки, так, теперь идет у нас Супер Шреддер. Воу-воу-воу, вот это он влепил. Ну, тут остается только лишь добивать их. Хотя, давай волной вот так вот. Хоба. Да, постепенный урон уничтожил у нас Бибопа. И мы с тобой проходим дальше. Проходим дальше и смотрим, какая у нас позиция. 44-я была. Давай 32-ю. Воу, как я угадал. Ну что же, неплохо. 32-я позиция. Так, 17. Я хочу получить 17-24, чтобы у нас было по максималке кубков. Но почему-то дают 17-23. А в чем проблема? Я лично никаких проблем не вижу. Вот. Я же тебе говорил, должны дать. Должны дать. Вот надо просто ролить. Надо иметь терпение. Я знаю, что вас это не очень устраивает, ребят, когда я начинаю вот это вот поиски. Но... зато смотри, как мы с тобой. Хопа! И сейчас очень даже хорошо можем взлететь. Так, ну что, голубчики здесь готовы, так что давай потихонечку приступать. Начнет у нас Супер Шреддер. Львиную долю урона, как ты видишь, он нанес. И нам остается просто добить. Добить их с помощью нашего армагончика, нашей космической акулы. Ну вот и все. Так, была 32-я позиция. Я думаю, сейчас где-то будет 20-я, может быть, 21-я. Ну, что-то типа того. Даже 19-я, вот как. Видишь, 19-я позиция. 7 откатов у нас с тобой еще есть. 17. Опа! А хотя, ладно, давай попробуем. Я возьму только Супер Шреддера и возьму, наверное, Армагона. Вот мне интересно, Майки, он выживет? Он сможет нам что-то в противовес сделать? Или же все-таки его Супер Шреддер сразу же уничтожит? Я, конечно, хочу, чтобы он его сразу уничтожил, потому что инициатива у него будет получше, чем у нашего Усаги. И он... да, ему крышка. Ему крышка, потому что наш Армагон, соответственно, повесил на него постепенный урон. И, как видишь, все у нас отлично получилось. Мы их разбомбили. Ну что, двигаемся дальше. И, наверное, позиция пятая, да? Седьмая. Ну, в общем, ребята, последний поединок. Мы с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды залетаем. Давай откат на Шреддер берем и делаем вот так. Раз, два, три, четыре. Тут 79-78 уровень, но после того, как Супер Шреддер, естественно, сделает свой козырный удар, у них здоровье останется, как мы знаем, уже очень-очень мало. Тем более тут еще и Зек ходит. Вот, видишь? Так, тихо, тихо. Сплинтер, нифига он отнял. У Зека свил сколько здоровья. Все, а этот даже если бы выжил, ребята, точнее, если бы даже у меня, предположим, никто бы не стал ходить, а ходил бы, например, Лео, он сразу бы отдупился, потому что постепенно урон на нем все-таки висел. Так что тут без вариантов, без шансов на выживание, так скажем. Ну что, переходим, да, ребят, переходим на Лигу Мастеров 3 звезды, 92-я позиция. Рассчитываем где-то на поединков 8 в среднем. 8 в среднем, даже если по одному откату делать, ха-ха, не хватает, да, не хватает, поэтому нам придется, судя по всему, что делать? Покупать откаты, ребята. Хотя и не обязательно их брать, если честно. Да, можно, в принципе, и не брать, ребят. Завтра просто доиграем с вами. Так, тихо, они... оу, щет. Так, ой-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 ой. Чтобы посмотреть, что они творят, ребята. Бедный Джастин. Я немножко недооценил. Я, честно говоря, про муху забыл, что... я не думал, что он выживет. Да-да, что эта муха Баксер выживет. И вот она выжила, ребята, отхиляла команду. И, соответственно, тут... так бы он погиб, 100% тебе говорю, от постепенного урона. Но так как муха вылечила его, у него осталась еще львиная доля здоровья. Ему хватило здесь, короче, выстоять. Так, ну что, Сплинтер, ну, одному-то тебе здесь, конечно же, не выжить, полюбаську. Но вот обидно то, что мы потеряли Джастина. Да. Хотя, на самом деле, я не думал, что он так быстро сфейлится, 80 уровень все-таки у Джастина. Чего они его так быстро раскатали? Без понятия. Но еще раз говорю, есть персонажи, которых я называю ватники. Они вата. Просто, значит, ну ничто. Их просто разбирают как сосунков. Ладно.
Ладно, это нам, как говорится, делает небольшую трудность в плане того, что мы теперь с тобой не 7-8, как я хотел поединков сделать, а теперь 8-9 надо сыграть, чтобы забраться в топ. Но это на данный момент. А у нас, как ты видишь, персонажей-то уже практически и не осталось. Точнее, персонажи есть, но не осталось у нас откатов, чтобы их взять. Так что давай, Армагуша, добивай их всех тут. И пойдем, наверное, на последний. Хотя, как мы сделаем последний поединок, если у меня всего лишь один откат? Тут нет достаточно таких хороших персонажей, которые могли бы за себя постоять. Так, 69-я позиция, да? Один откат, еще раз, ребят, говорю вам. 17-24. Ну вот, например, даже если взять вот эту команду и вместе с ним, ну, что-то как-то я сомневаюсь, что... Ну смотри, сейчас ходит Шреддер, да? Он ходит первым у нас. Он, да, он сделает много дамага, но потом по инициативе мы проигрываем. Потом будут ходить чисто враги. И вот смотри, что происходит. Бамс. Даже если мы сделаем вот так. Ай-яй-яй-яй-яй, отхил. А должен был Крис Брэдфорд, ребята, отдуплиться. Он должен был отдуплиться, но сейчас я что-то сомневаюсь. Так, подожди, а может быть Слэш все-таки кого-то, наверное, уничтожит. Хотя, если мы сейчас возьмем свою провокацию на нашего Тимати, все равно он массовую атаку, да? Нет. Слушайте, ребята, ну это просто чудо какое-то. Что я могу тебе сказать? Тихо-тихо, подожди, еще рано радоваться. Ну-ка, копьем. Ага, постепенно урон повесили. Я еще могу себе позволить захилять команду нашу и добить. Даже неожиданно для меня, для самого, что мы все-таки здесь выиграли. Респект. И место у нас какое? 50, почти, ребята, 50-е место. То есть мы прошли с тобой половину, да? Остается 50 ступенек пропрыгать. Ну, скажем так, даже не 50, а сколько там? 49. И все, и мы с тобой будем в топчике. Но это уже мы отложим на завтра. Так, а у нас есть еще не менее важное задание. Это вот, пойдем-ка сходим в платиновый. Посмотрим, что у нас тут. Ага, так, так, так. И так, подожди-ка. Я эту команду Блин, Майки, ё-моё. Тут, ребята, Микеланджело. Хотя, подожди, у нас же Шреддер есть, да? Шреддер есть, он своей супер... Да, мы не будем пока ничего тратить здесь. Давай-ка попробуем своими силами пока справиться с ними. Так, минус. Даже не буду выпускать ни волн, ничего. Так, в рукопашку. Вот здесь надо было, кстати, баф повесить. Надо было на Криса. Ладно, фиг с ним. Так, на второй волне черепашки-ниндзя фильм. Давай-ка пулеметную дробь применим. Минус Рафаэль. Минус надо Майки минусануть, чтобы он тут не хилял остатки роскоши эти. Так, отлично. Теперь Лео, массовика и Донателло. Ну и последняя волна, это у нас вот, вот он Майки. Так, я, наверное, сделаю на всякий случай таким вот образом. Теперь с базуки. Воу, 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 что творим, ребята? Ну так вообще великолепно, мы прошли с тобой. Причем довольно неплохо. Ну что, продвигаемся туда по чуть-чуть. Снаряжение черепашек мы получили. Давай-ка дальше. Так, 80-й, как ты видишь, у них уровень. Немножко будет посложнее, но тем не менее, я думаю, пройдем все-таки здесь тоже. Давай, поехали. Вначале думал, может быть, хилочку нам врубить. Вот такая вот у меня в голове мыслечка закралась. Но потом подумал, а зачем? Вот сейчас нам... Смотри, у них отхил автоматически. Опять, опять, ребята, я лопухнулся в плане того, что надо было на Криса Брэдфорда ставить баф. Баф держится два хода, нам как раз бы хватило. А тут, смотри, тут у нас ролевики. Давай, наверное, попробуем вначале Доню уничтожить. Ага, не тут-то была, если вот волной смертельной. Так, замечательно. Вот теперь делаем с тобой баф. И пулеметную дробь. Ай, красота. Ну что, третья волна. И это у нас черепашки видения. Поехали. Сразу же наказываем, да? О,
Это жесткое наказание, потому что, ребят, ну здесь уже их ничего не спасет. Вообще ничего не спасет. Поэтому просто на добивку. Окей-доки. Ну что же, мы тогда двигаемся с тобой дальше. Двигаемся дальше и смотрим. Так, уровень, во-первых, должен быть у противника 90, насколько я помню. Да, 90. Есть небольшой, ребята, шанс пройти, но сомневаюсь, что без потерь у нас получится. Вот я к чему. Так, они здесь все повесили контр-атаку. Короче, делаем, ребята, вот так вот. Постепенный отхил на Шреддера. Потом поймешь, зачем я именно так сделал. И погнали. Ага. Воу-воу-воу. Ну-ка, давай-ка выпустим, наверное, маузеров. Блин, ну сейчас, если он от всех получит, нет. Он только от одного получит. От двух. От трех получается, да? Упал. И упал. Ну ты видишь, да? Мы с тобой отхилимся в автоматическом режиме, потому что Супер Шреддер повесил на нас постепенный отхил. И это очень круто. Так, наказание. Слабое какое-то наказание у нас получается, если так. Опять же фигня, да, получается. Нам нужно с тобой добить Майки. Воу-воу-воу, тогда давай так вот. Рафаэль тоже здесь, кстати. Хиллер у нас. Поэтому его сейчас клинками. Упал. Лео, я знаю, ребята, он у нас мощный по атаке, но он все, не желез. Так, и остается Донни. Понизил меткость. Ладно, ничего страшного. Так, и заключительная волна. Здесь у нас оригиналы. Ну, во-первых, давай сделаем баф. Во-вторых, сразу из базуки, да? Опа. Далее шипы и, наверное, на этом крышка им всем. Да, Рафаэль не выживет. Это хорошо, мы сняли с него, ребята, отложенную смерть. И после этого он погиб. Слушай, ну идеально прошли. Конечно, хотелось бы, ребят, пофармить здесь наши эмблемки вот эти вот. Очень сильно хотелось бы мне пофармить, но... Я вот не знаю, что делать. Давай все-таки я попробую кожеголову. Сколько там? 4 попытки у нас? Или же сплинтера? А, была не была. Погнали. Погнали мучить сплинтера. Ух. Там кунаичи, ты говоришь, да, будет разыгрываться? Окей. В общем, мы с тобой сейчас все откроем, а в завтрашней серии мы уже будем с тобой просто заниматься фармом. Почему просто заниматься фармом? Потому что, ну, проходить нам больше с тобой нечем. Кроме арены, естественно. На арене нужно будет забрать первое туповое место и на нем, как говорится, уже наслаждаться. Сам сплинтер мне здесь не нужен. Ты прекрасно понимаешь, что он у меня есть. Он у меня прокачанный. Нам нужна только кунаичи. Кунаичи, по-моему, если я не ошибаюсь, она в последнем у нас поединке. Сплинтера в любом случае мы здесь с тобой пройдем. Потому что ему ничего не светит против наших сотых. Ну, Майки. Кстати, после того, как мы прокачаем Бакстер, может быть, нам докачать Микеланджело до сотого уровня. А то он как-то ни туда, ни сюда. Как-то все братья его соточка, а он 90 уровень. А, не все. Донателло вообще он имеет 80-й. Тоже отстающее звено. Так, Сплинтер, успокойся. Фига ты там на себя повесил. И атаку, и крит атаку. И хил, и защиту. Но это тебе не помогло. Так, отлично. У нас с тобой получается еще два поединка всего лишь, да? Три. Даже три поединка. Окей, так, 70 уровень уже у Сплинтера. Так что не расслабляемся. Донателло на самом деле надо уже как бы убирать в дальний угол. Потому что, ну, сам видишь, что происходит. Он слабенький по уровню, этот, естественно, Сплинтер будет его атаковать. Можем взять вот так вот провокацию. Но я, насколько помню, он даже с провокацией, если он будет делать свой суперудар вот этот вот, он будет жестко им бомбить. Ну-ка. Ты видишь, половину здоровья не кисло, да? Вшпаривает парень. Так, повесим клоняху на нас, чтобы не так все было простенько ему. И... да, с вертушки мы его пробили, конечно. Так, это был 80 уровень. Теперь что, 90 что ли? Или какой там?
Какой здесь уровень персонажа будет? 80-й. Ну, здесь ясен перец. Без провокации на Рафаэля делать нам нечего. Он сейчас начнет тут колупать. Так, делаем с тобой уклоняшку. Так, после этого погнали. Пробивной. Ага, четверть хп отняли. Дальше, естественно, ребята, что я и хотел сделать, это провокацию. Он бафается. Бафается он почему-то очень жестко. Мы с тобой сделаем вот так тогда еще. Да. Ай-яй-яй. Но он промахивается, это хорошо. Так, сделаем с собой вертушку, попробуем. Сколько отнимет? Ну, неплохо отняло. Но то, что он каждый ход столько себе от хила вешает, это, конечно, жесть, ребят. Надо ждать. Тихо! Вот, вот это очень опасный, ребята, удар. Давай, Майки, хил. Отлично. Донни, блин, я боюсь, Донни не выживет, если он по нему звезданет. На, отлично. Так, это был предпоследний поединок. Блин, а на последнем-то что нам делать? Как нам быть, а? Может быть, действительно Донателло не брать? Давай так попробуем, без Донни. Я знаю, что сложно, но... Блин, уже сразу же нам понизили атаку, прикинь? Вот сразу он бомбит. Ты смотри, что творит, а? Ну-ка. Промахнулся. Я, наверное, сделаю ярость Рафа. А зачем, ребят, чтобы повысить нашу атаку? До небес, так скажем. Вот, видишь? Вот, погнали. Раз. Сейчас будет бафаться. Баф... Нет, не бафается, смотри-ка. А вертушка добьет? Должна добить. Да, друзья, отлично, идеальное прохождение на 3 звездочки. Теперь мы с тобой можем спокойненько-преспокойненько фармить сплинтера. Ой, сплинтера. Сплинтер нам не нужен. Кунаичи, конечно. Она у нас здесь, она у нас тут, она у нас здесь. Она у нас, вот, короче, начиная с 4 эпизода практически до 6. 4, 5, 6 эпизод. Вот она, Кунаичи. Но... Ну, посмотри, сколько ДНК. 4 ДНК. 3 ДНК. Но шанс вытянуть маленький, ребята, маленький. И сыра у нас, к сожалению, больше нету. Так, мы... Сколько, кстати, у нас мутагена? Давай посмотрим. 16 тысяч. 16 тысяч. Ну, это маловато. Ладно, пойдем, давай быстренько с тобой, наверное, набьем. Телепорт или как? Подожди-ка, мы сейчас в магазин глянем, что у нас там по энергии происходит. По предметам. Жетонов у нас с тобой монет 50, а жетонов 485. 485 это нам нужно... Кстати, совсем немножко нужно для того, чтобы прокачать Рокстеди. Буквально 530 жетонов. А это не так уж и много. Где-то 50-60 жетончиков все, ребят. Так, ну что? Пойдем сбегаем сюда. Быренько, просто быренько с тобой набьем. И будем уже, так сказать, закругляться. Тут всего по одной волне. Дают нам сколько там, по-моему, по 5. По 5 этих телепортов. Я не помню, ребят, если честно. Я там не посмотрел, но, по-моему, по 5. 5 в начале или 6. Сейчас покажут нам этот наш выигрыш. А, 3. 3, нифига. Да, 3, 4 и потом уже 5. Здесь просто элементарно ставишь автобой. И наши бойцы тут, естественно, его разносят в пух и прах. Ну что, я думаю, где-то, наверное, в следующей серии у нас мало того, что Бакстер прокачается наконец-то до 100 уровня, мы начнем с тобой качать либо Майки, либо Зека. Также, ребята, вы не забывайте проголосовать за будущего платинового персонажа, чтобы, ну, чтобы было к чему стремиться, как говорится, да? Так, давай-ка сейчас мы выпотрошим железноголового этого. Ну, погнал, Шреддер молодец, бросает клинки. Плюс замедление. Чуванька с кастетом и добивка, скорее всего. И, скорее всего, добивка. Там прям написали. Удар был сильным, сильно.
Окей, это мне нравится. Ну что, последний поединочек, ребят, на сегодня вообще игровой. И будем закругляться. Закругляться с этой игрой, но игрушек еще будет много, ребят. Правда, не обещаю, сейчас 11 часов вечера. Я с работы пришел уставший, хотелось бы отдохнуть чуть-чуть. Так что остальные игры, скорее всего, выйдут завтра. Также 2 серии, а может быть даже 3 серии Far Cry выйдет на втором канале. Надо просто быстренько с Far Cry уже завязывать. И там у меня на очереди очень много игр, которые ждут дальнейших прохождений. Ну, Ванюш, давай, бросай свою гранату и... Бух, все. Все. Выиграли мы с тобой отлично. То есть получили все наши заслуженные телепорты. Да, друзья мои. Ну, а мы с вами на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь 4 ниндзя черепахи, твои кумиры от приема соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация, мы пиццы короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех, мутаген дал нам это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делаешь шаг, хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды, он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всех умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты.